В Одинцово продолжается ремонт дорог местного значения в рамках губернаторской программы. В ночь с четверга на пятницу дорожные службы приступили к замене дорожного полотна на 26-м километре Можайского шоссе. Здесь задействовано порядка 20 единиц специализированной техники и 30 человек. Комплекс работ включает в себя частичную замену бортового камня и полную замену верхнего слоя покрытия. В полном объеме ремонт на этом участке будет завершен до 1 сентября. Все работы будут проводиться преимущественно в ночное время суток, чтобы не затруднять движение автотранспорта. Работы ведутся, конечно, круглосуточно, но в основном, конечно, видимо, они будут вестись во время, когда не будет у нас движения активного, то есть это, ну, может быть, ночное время, или раннее утреннее, или позднее вечернее, с тем, чтобы как можно меньше затруднений движения создавать, ну и, так сказать, чтобы работы не мешали гражданам, а граждане не мешали работам. Замена дорожного полотна включает в себя снятие фрезой верхнего слоя покрытия. Его глубина достигает 5 сантиметров. Асфальт превращается в крошку, а уже после выполняется выравнивание асфальтобетона. Это необходимо для ликвидации колейности и ямочности. Затем специализированная техника приступает к завершающему этапу укладки покрытия и уплотнению. В настоящее время идет подготовка, и, значит, дорожники приступят к фрезерованию дорожного покрытия, за которым, собственно, и впоследствии и укладка, собственно, асфальтобетонной смеси. Ну, как мы видим, погода у нас дождливая. Значит, пока будет вестись только фрезерование. При наступлении благоприятных погодных условий тогда будет уже уложен выравнивающий слой и верхний слой покрытия, соответственно, уже окончательный. На данный момент дорожные службы фрезеруют слой асфальтового покрытия, после чего приступят к замене полотна. Всего в порядок планируется привести 3,4 километра трассы общей площадью 78 тысяч квадратных метров.